куча планов, как бы громко ни звучало. Каждый новый день на экране, среди сотен пираний, удача в кармане. Короче, такая идеечка неплохая. Бегать 7 дней подряд, по 10 километров где-то. И все, приступаем к бегу, короче. Итак, это мой видос о том, как я бегал по 10 километров 7 дней и боролся со своей ленью. Короче, пацаки да девчата. Первые впечатления такие, что, короче, не то, что ноги забиваются, а то, что дыхания мне не хватает. Но, короче, на следующий день нормально. Все, блядь. Короче, что, ребята, второй день пробежки. Состояние. Настрой есть на бег, но такой прикол, что я спал очень мало, делал для вас видос. Сегодня тоже мало буду спать, потому что я хочу четкое видео для вас сделать на 10 минут. Ну, вы уже его видели по-любому. Ну, короче, полетели бегать дальше. Опять десяточку. И нормально. Там уже типок меня ждет. Итак, это был уже второй день. Стало намного легче бегать, но ноги все-таки уже немного начали болеть. Когда ты бежишь, ты понимаешь, какая жизнь прекрасная. Каждый вдох дает тебе силы двигаться дальше. Мозг говорит тебе, это сложно. Мышцы делают через боль. Итак, на третий день я чувствовал себя вообще супер просто. Мне казалось, что это как наркотик. Если я перестану это делать, мне станет только хуже. Четвертый день у меня почему-то удалился. Я не знаю даже почему. Но на четвертый день я чувствовал себя вообще превосходно, просто мне было тогда все по кайфу. Пятый день был самый сложный, потому что я пробежал где-то 13-14 километров. Я даже не подозревал, что будет со мной завтра. Цените то, что у вас есть. Делайте то, что хотите. Это ваша жизнь и вам решать. Итак, пока не сильно темно, опишу мое состояние. Пока я могу еще описать его. Фух, пробежал километров 5, где-то может даже меньше. Не суть. Состояние мое такое, что это уже пятый день. Я научился уже как-то синхронизировать свое дыхание, можно так назвать. Это все. Ноги уже не забиваются так сильно, как первые дни. И уже как ты бежишь. Пробежал вроде бы 5 километров. Ну, бежишь. Первый километр очень сложно бежать. Второй ты уже привыкаешь. Третий ты уже бежишь и думаешь, если я сейчас остановлюсь, то я больше дальше, точнее, я дальше не смогу уже побежать. И это такая борьба с собой. Все, летим дальше. Вот какой впереди меня вид. Красота. Все, летим. Итак, шестой день я не снимал, потому что я забыл зарядить GoPro.
И еще днем я повредил сильно себе ногу. И мне было чертовски больно бежать. Но я бежал через всю эту боль. Седьмой день был немного сложнее, чем остальные, потому что у меня болела нога, но это был уже последний день моего видео. И что хочу сказать, если вы ставите перед собой цели, идите до конца и покажите, кто здесь кто. Ну и спасибо за просмотр, люблю вас, до скорого.